Давайте я вам покажу, как правильно нужно делать. Надо сначала двумя. Вы заходите сюда, чтобы вы сразу записали, а потом вы могли пересмотреть. Вот. Для того, чтобы научиться жонглировать булыжниками, нужно отложить один булыжник в сторону, взять вот так вот два руки и делать вот так. Сначала. Раз, два. Да, о, правильно, правильно, правильно. Еще раз показываю. Конечно, легкими сложнее. А с другой стороны надо. Конечно. Давайте пробуем. Раз, два. О, правильно, правильно все. Три, четыре. Правильно, надо руку менять. То есть делается это вот так. Раз, два. Потом три, четыре. Еще раз. Раз, два. Все правильно. То есть вот принцип здесь тот же. Так что вот смотрите, парни, девушки из батальона смерти уже учатся жонглировать булыжниками. И скоро они придут к вам. Так что давайте. Что наше дыхание? Скоро мы придем к вам.